прямо. Ничего, привет, Россия. Это снято, как сбитый самолет. Россия с нами. Вчера, да? Держимся. Не помню, как. Откуда ты? Ростов. Поехали. Ростов-на-Дону. О, да. А я ж кричу, кто из нас еще? Я сразу. Когда мина палит, я всегда. Юлька, я тебя люблю. Вернусь, жди меня. Вот они, мы расстаются. Вот оказывается, где встретились. Да. Ну это надо видиком отдать. Видео в бою. Прям что я в бою. Так что родители увидите тоже. Видео все нормально, живы, здоровы. Броник спасает. Сейчас в бой идете, да, ребят? Так точно. Идем. Это вот тоже Юленька. Еще ни разу не подводила. Ничего, кому надо что. Гранатомет до Киева доведет, как говорит народная русская поговорка. Я якут из Сибири, город Томск. Вчера проводил на днях или позавчера ли проводил свой батальон степь во главе с комбатом самураем. И пока ехали отсюда, с Дмитровки до Снежного, я передумал, в общем, уезжать. Проводил своих ребят. Денек погулял в Снежном. И опять Дмитровку к своим, к своему отделению. Такие дела. Может, пока до Эльбы не дойдем. Никакой Ярослава до Талова. Просто потом, может, вдруг не получится заехать. Мало ли, все. Опа, стойки. Виктор. Там информационный код.